13 ноября стартует новый хоккейный сезон. В этом году объединили прошлогоднюю высшую и первую лигу в одну – высшую. Это решение позволило разнообразить количество соперников, сделать сезон более интересным и насыщенным. Первый матч «Саров» проведет дома. Соперником нашей команды станет «Кварц». Начало игры в 13 часов. Вход для зрителей только по QR-кодам, сертификата о вакцинации или сертификата об иммунизации. Канал 16 проведет прямую трансляцию игры на своем канале в YouTube.